Милилися, мені задалася одна притча. Записана в Івангелії Матфія в 25 главі притча про 10 дів. В них були світильники, і здається, все було, б, здавалося, було б добре. Є світильники, в світильниках є масло. І, здається, я собі взяв. ну, в мене є щось, ну, має вистачити. Я не знаю, коли Бог прийде, але має вистачити, вроді би, горить. І вони всі заснули. І коли прокинулися, виявилося, що у того масла, якого було в світильниках недостатньо, Потрібно були глечики, в яких треба було ще набрати масла. І був час, то пам'ятаю проповідь Рустама, він казав про те, що оце масло потрібно було ну, прикласти зусиль, щоб його набрати. Десь потратити свого часу для того, щоб його набрати. І Ісус каже, закінчують притчу, і Він каже, «Бодствуйте! Бодствуйте, тому що не знаєте ні дня, ні часа. Відповідно, я так розумію, що мені для того, щоб цього масла набратися, треба бодствувати. Треба пильнувати за тим, як я ходжу, що я роблю, чого я шукаю. Є речі, яких ми не зможемо ні в кого взяти. В духовному світі є речі, які я ніколи не зможу позичити. Я не зможу не підійти до пастора, ні до служителя і сказати, дай мені особисті твої відносини з Господом. Я не зможу їх попросити, я їх маю набути сам. Це мої відносини з моїм Богом, це моє пізнання Його. Я не можу бути, ну, вести себе так, як веде хтось. Я маю мати від Господа для того, щоб якось поступати. Прийде момент, коли моя віра буде випробована, я не зможу сказати, от той так поступає, або той так говорить. Я маю сказати, я на цьому стою, я в це вірю. Для того, щоб в це вірити, треба мати слухання, правда? А слухання від чого? Від Слова Божого. Написано так, віра від слухання, слухання від Слова Божого. Якщо в мене немає Слова Божого, я не вмію його читати, я не вмію його чути в молитві. Не буде зростати моя віра. А Бог каже, я прийду, і чи я знайду оту віру на землі. Біблія звертає увагу на те, що є младенці, а є дорослі. І апостол каже, давайте відкладемо це дитяче і почнемо в дорослому, почнемо зростати в чому? Ну, добре, коли тобі прийшли, коли ти маленький, правда? Добре, тебе нагодували з ложечки. Ти пішов пограв футбол, тобі не треба ну, заботитися про те, що буде завтра, післязавтра, про те, що треба заробити гроші. Ну, тобі не треба про це турбуватися. За тебе мама з татом потурбується. Ну, правда? Можна не заботитися, але приходить час, ти виростаєш, розумієш, на тобі є відповідальність, відповідальність за своїх близьких, відповідальність за своїх дітей, відповідальність за те, що ти будеш їсти завтра. Ну, на тобі є відповідальність, ти вже розпоряджаєшся певними фінансами, ти вже так просто не можеш піти порати в футбол, погулять. А погуляти. Ти розумієш, що в цей день щось маєш зробити, на тобі є відповідальність. Ми прийшли в церкву, ми ходимо, ми слухаємо проповіді. Це чудово, що брати мають досвід, мають відносини з Господом. У випробуванні життя стоять на слові, перемагають і доносять нам, каже, брат, сестра, послухай, ось що значить стояти на Слові Божому, ось що значить подолати випробування, ось що значить стояти в вірі, ось що значить перемагати. Це чудово. Але сьогодні я вже виростаю, я приходжу додому, я ці відносини з Господом маю. Вміючи я їсти цю духовну їжу, вмію я сам її пережовувати, вмію я вникнути в писання, порозсуджувати, подивитися в своє серце, подивитися в своє життя, подивитися в своє випробування і подумати, Господи, ну а як хочеш ти, щоб я поступав? Що ти від мене хочеш? Що значить вірити в ці життєві обставині? Що значить служити тобі так, як хочеш ти? Давайте відкриємо. Откровение. Я прочитаю два верша. Это будут друга и третья глава. Написаны такие слова. Четвертую верша. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, его, если не покаешься». Откровение, третья глава. 15-16 стишок. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то изверну тебя из уст моих. Но ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты, что ты несчастен и жалок, нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Писание говорит, что есть моменты в нашей жизни, когда мы начинаем гореть для Бога. Мы вроде бы горим, мы переживаем Его откровение, переживаем ну, что-то такое особенное. Бог нам говорит, Бог нам открывает, мы загораемся, начинаем за Богом идти. А потом что-то происходит, что-то, чего мы не понимаем. И мы начинаем останавливаться в своей жизни. Так было со мною, когда Бог начал ко мне лично говорить, когда я увидел, что Бог говорит, делает откровения, дает. Я имею личное отношение с моим Богом, Бог есть реальный, я это переживаю. И приходит момент, когда что-то не получается. Где-то что-то не получается. Я стою, колени, Господь, ну где же ты? Где тут Бог, про которого, которого я читаю в Писании, в которого я верил? Ну где же ты? Начинает моя вера шататься. Я останавливаюсь начинаю смотреть свою жизнь, думаю, может что-то не так. проходит время, и Бог начинает мне открывать и говорить: необходимо заложить фундамент, необходимо заложить фундамент строения. Я Бог, который отвечает, я Бог, который творит чудеса, но тебе необходимо твердо стоять, тебе необходимо углубиться, тебе необходимо выкопать ямку, поставить на камни, заложить фундамент, а потом строить строение. А то можно внешнего очень много настроить. Звука можно много издавать, но придет когда-то вот это землетрясение в жизнь, и строение которое не на фундаменте, оно разрушится. Если нет вот этих глубоких отношений, познания, какой Бог, личных отношений, откровения от Него, когда ты, ну, можешь сказать, мне Бог сказал, и ты на этом встаешь. Ты понимаешь, это не брат, это не сестра, пережили, мне Бог сказал. А это получается на коленях. Это получается в личных отношениях с Ним, когда ты познаешь, какой Он. Когда ты открываешь Писание, читаешь и понимаешь, вот, это Бог, это Он мне сегодня говорит, и значит, сегодня в этих испытаниях я на этом должен стать. Ты встаешь, и ты понимаешь, да, Писание действует. Ты терпением своим проходишь испытания, твоя надежда возрождается, ты укрепляется, и та вера в небесное, которая, возможно, через 20, 30, 50 лет, ну, придет конец жизни – она укрепляется, мой Бог сказал, небо для меня открыто. Вот в таких мелочах. Евангелие от Луки в шестой главе написано о мудром домостроителе, который углубился и не просто читал Писание, не просто слышал, но исполнял его. Помните, кто был на первом собрании, говорит, мало просто услышать. Да, можно сказать, как правильно поступать. Можно сказать, как правильно петь, как правильно евангелизировать. Можно много говорить. Но делаю ли я это? А это рождается от отношений с Господом. От личных отношений с Ним. От того, как я умею его слышать. От того, насколько я читаю Писание. Оно не возрастает. Вера моя не возрастает. Я прочитал главу с, с Евангелия. И значит, моя вера на главу выросла. Не так. Я читаю Евангелие, читаю много, я начинаю вот в этом много по чуть-чуть слышать моего Бога, и в этом по чуть-чуть слышать я еще меньше. Научаюсь ему доверять, научаюсь утверждаться в вере. Чем больше ты читаешь, тем, тем больше ты начинаешь слышать его, и тем больше ты начинаешь верить, но возрастает это, ну, скажем, ты Бога читаешь, меньше начинаешь слышать, и еще меньше возрастает твоя вера, но она будет возрастать. Соответственно, чем больше ты пребываешь в Слове, чем больше ты пребываешь в личных отношениях с Богом, тем, ну, больше возрастает твоя вера. Матфея, 25 глава, с 13 до 26 стишка. Я, возможно, все читать не буду. Притчу расскажу своими словами. Там был господин, который дал таланты. Одному он дал пять талантов, другому дал два таланта, и одному дал один талант. Давайте с 22 стишка. Подошел также и получивший. Он, он, господин, ушел, оставил им и вручил таланты и дал определенное задание для них. Они должны были что-то делать. Вот он вручил написанное имя имение свое. 22 стих. Пошел также и получивший два таланта и сказал, господин, два таланта ты дал мне. Вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел и получивший один талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, а собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант в землю, вот тебе твое». Господин же ему сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». Итак, возьмите у него таланты, дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему даст свою приумножится, а не умеющего отнимется и то, что имеет. Давайте обратим внимание на 26 стишок. Какая была проблема у этого раба? Господин же его сказал ему, лукавый раб и ленивый. В чем лукавство? В чем лень? Он говорит, ты знал. Ты знал, какой я господин. Ну, ты знал, чего я от тебя требую, когда я тебе давал этот один талант. Я не требовал от тебя, чтобы ты его спрятал. Было что-то, что я тебе доручил, не просто так дал можно оправдаться, оправдаться. Как этот, ну, как этот раб, он сказал, я знал, какой ты, я ж тебе твое возвращаю, я ж тебе твое отдаю, но конец этого раба, у него забрался тот один талант, который он имел, его кинули не туда, куда он хотел, наверное, не то, о чем он мечтал. Лукавый, и ленивый. Я думал, в чем же лукавство этого раба? Он знал, что хочет Господин. Он хорошо себя оправдал. Я не буду этого делать, потому что ты такой. Потому что ты злой, несправедливый. Но так как ты знал, что я такой, почему ты не сделал? В чем заключается лень? Ты мог это сделать. У тебя были все возможности для того, чтобы это сделать. Но ты себя все равно оправдывал. Ты все равно говорил, я не могу, я не хочу, но у меня же один талант есть. И во всякому имеющему даст и приумножится, а не имеющего отнимутся и то, что он имеет. Что-то нам Бог доверил. Каждому из нас что-то Бог доверил. Я думаю, что он хочет, чтобы для небесного мы что-то сделали. Можно служить проповедью, петь в хоре. Можно даже проведовать больных. Вопрос, приносишь ли ты в этом плод? Имеешь ли ты вот эти личные отношения с Господом и понимаешь ли то, что Он хочет от тебя в этом служении, которое ты несешь? Вопрос, для чего ты это служение делаешь? Господи, ну я же пришел, я же в церкви. Ну, я же в собрание пришел сегодня в воскресенье. Я был. Можно себя хорошо оправдать. Можно оправдать, почему я завтра не пойду, когда будет возможно что-то сделать. Но Бог говорит, в этой притче я тебе дал все необходимое. Сегодня ты трудишься, скажем, в хоре. Так, для того, чтобы люди приходили, для того, чтобы Царствие Небесное пополнялось. Ты прикладываешь усилия на коленях. Ведь книжники и фарисеи ⁇ это те, кто в храме были, наверное, больше, чем будь кто. Те, кто в Писании, ну, знали очень много, ну, правда. Они могли научить кого угодно. Но тем не менее, Иисус обличает их. Не всех, но тех, которые говорили, Он обличает их. У вас неправильный мотив. Вы не заметили прихода Христа. Что сегодня в моем сердце? Какой мотив сегодня моего служения? Оправдываю ли я себя сегодня и говорю, ну я же, Господи, Ты же мне что-то дал? Ну смотри, я пошел туда, сделал то. Имеешь ли ты личные отношения? Будучи в церкви Назарет, на съездном служении, был такой интересный, ну, братья рассказывали о том, что в одном из лагерей не так давно Бог очень сильно действовал, и молодежь, просто Бог начинала пророчествовать, Бог крестил Духом Святым, очень много из молодежи. Это был похожий съезд на Малынский, и молодежь вот настолько Бог наполнял, что никто не хотел играть в волейбол, в футбол, просто собирались и молились. И Бог крестил Духом Святым, и молодежь порочествовала, видела видение. И брат проповедует, он говорит, а теперь будем молиться за тех, кто это потерял. Давайте сегодня выходите те, кто получил и потерял. И он приводит пример своего сына, который получил дар пророчества в этом собрании. Он говорит, он пришел. Он, я смотрю, он читает Писание. Бог через него говорит. Но проходит неделя, проходит вторая. Он говорит, я замечаю, он уже не в Писании, он уже не в молитве, он уже разрешает себе где-то, ну, проводить время впустую, где-то посмотреть телевизор. Где-то впустую провести время в компьютере. Он готов тратить время просто так. И он говорит, мы встаем на колени, он пророчествует. Он говорит, я чувствую, что не то. Он говорит, я ему запретил пророчествовать. Бог говорит, я сегодня действую. Бог сегодня изливает на молодежь, на жаждущие. Ну так написано. Бог дал, Бог дал дары, Бог дал силу. Я задаю вопрос, Денис, а ты можешь сегодня это нести? Бог тебе даст, а ты фундамент заложил для того, чтобы когда необходимо будет это удержать, удержать это. Очень много молодежи вышло, очень много молодежи молилось за то, чтобы Бог вернул то, что, они, что им Бог дал, просто так, по своей любви. Но как хорошо, когда ты и я, мы залаживаем этот фундамент. Мы по чуть-чуть делаем правильно, подступаем правильно, имеем личное отношение с Ним, ходим в собрание, читаем Писание, молимся, славим Его имя искренне, делаем так, как Он хочет, готовимся. И когда Он хочет нас использовать, когда Он что-то нам по-особенному открывает, мы сможем удержать, потому что ну, оно как бы не строение выросшее ни на чем, а настроение утверждено на фундаменте на твердом основании, которое не так сатане легко выбить, не так легко заинтересовать чем-то другим с мира. Когда ты в малом верный, ты сможешь устоять и в большом. Когда ты твердо стоишь вот в этих маленьких обстоятельствах, когда ты несешь небольшое служение, когда есть личное отношение с Богом вот в этом, ты сможешь устоять, когда Он тебе даст много. Ты сможешь твердо стоять, когда придет испытание, когда Он тебе даст что-то красивое, что-то интересное, приятное когда, возможно, придется что-то, ну, выбор перед тобой, ты сможешь сказать, я знаю моего Бога, я знаю, что Он хочет, я Его познал, я вкусил, насколько Он благий, я имею эти личные отношения с Ним. Бог хочет изливать, Бог хочет сегодня давать, хочет. Что самое интересное, Он изливал на тех, кто, ну, не были, вот, были те, кто были вот такие, не холодные и не горячие, но Он на них изливал. Еще одну мысль, и мы будем молиться. Когда-то в, когда в служении глухих, когда я только пришел в это служение, я задавал Богу вопрос, Боже, ну зачем я тут? Что я могу тут сделать? Я не понимаю, я не хочу этого служения особо, я не горю им. И я вроде бы приходил в это служение, вроде бы учился, но ничего не делал в нем. Вот так пассивный слушатель. Пришел, посидел, послушал, что-то сказали, сделать, сделал. И дальше сижу. И Бог мне проговорил в местном Писании из откровения: ты не холодный, и ты не горячий. Ты не тот и не тот, ты такой. Пришел, посидел, ушел. Пришел, послушал, ушел. Ты не принял в своем сердце решения. Если я тебе открываю служение, действуй! Начинай трудиться, начинай молиться, начинай делать. Получай откровение, стой на коленях и действуй для моей славы. Действуй так, как я хочу. Действуй так, как я открываю в личных своих отношениях со мной. Бог хочет, чтобы мы эти отношения имели. Он хочет, чтобы все мы устояли. Я хотел бы, чтобы мы молились. Если ты где-то потух, если где-то вот этот огонь, который загорелся, но пошаталась твоя вера, сегодня стань, проси Господь, я хочу утвердиться, покайся, вернись назад. Вернись назад, посмотри, где ты упал, где ты отступился. Встань снова твердо, послушай, Бог верный, делай маленькие шашки, но делай их вперед. Утверждайся в Боге. Если ты что-то от Бога получил, сохрани, служи, гори для Него, не будь холодным, горячим, может быть, позовут. Нет, действуй. Для славы Господа действуй, трудись, проповедуй. Пой, псалмы для Господа, не только в хоре, но есть возможность. Поехать в больницу, поесть, спой псалом. Пускай через это прославится Господь. Есть возможность, Бог дал тебе, дал все возможности. Ты знаешь, что делать. А если не знаешь, склони сегодня колени перед Ним. Скажи, Господь, не понимаю. Но я хочу услышать Тебя, я хочу знать. А если забыл, попроси, пусть напомнит. Он хочет, чтобы ты горел, чтобы ты был горячим чтобы ты был твердым в вере, чтобы ты его знал, чтобы я его знал.